В Киреевской ЦРБ Тульской области местный пациент напал с ножом на сотрудников больницы. 42-летний мужчина оказался там из-за проблем с поджелудочной. В итоге он 3 дня провел в реанимации. Мужчину удалось спасти. Однако, очнувшись, он вдруг напал на врачей, сообщает телеграм-канал «База». В ночь на 28 апреля пациент пробрался в Сестринскую, где взял нож. Затем он начал бродить по больнице с угрозами. После этого часть сотрудников выпрыгнули в окно, а другие спрятались в смотровом кабинете. Прибывшие к месту событий росгвардейцы сначала пытались уговорить пациента сдаться. Тем не менее, возмутитель спокойствия напал на сотрудника Росгвардии с ножом. В итоге мужчину подстрелили. Врачи снова попытались спасти буйного пациента, но сделать это у них уже не получилось. По некоторым данным, мужчина мог взяться за нож из-за абстинентного синдрома. Он любил алкоголь, но когда попал в больницу, то резко перестал выпивать.